have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и сегодня мы будем катиться по холму вниз. Lonely Mountains Downhill. Одинокие горы вниз по холму. Удалось переключить эту игрушку на русский язык. Я не знаю, тут, конечно, не будет потрясающих и завораживающих диалогов и всякое такое. Мы сегодня просто смотрим на эту игрушку. Зашел я в офлайне, потому что в онлайне там постоянно идут сравнения с... типа с другими игроками и результатов. Я хочу просто... вот, кстати, персонализацию. А, у меня никакой нету. Ага. Выбрать гору или даже гору. Таблица лидеров, да, вот это вот прогресс. Прогресс никакого, а краска гепард. Я буду на синем велике ездить. Горы. Горы я тоже выбрать не могу, поэтому... или могу? Не, не могу. У нас есть 4 трека на этой горе, я так понимаю, да? Выбираем трек. У нас тут будут... Grasshopper. А, это велосипеды, которые мы можем выбрать. Они отличаются. Взять мы сейчас можем только кузнечку. Собственно, как вот этот велик называют. Вот его статы. Подвеска у нас неплохая, и колеса хорошие на разгон, хотя сцепление с дорогой отвратительное. Хороший универсал, легко в управлении, но ограничен по скорости и не предназначен для долгих поездок по бездорожью. Понял. Давненько у меня эта игрушка лежит, так я вам скажу. Enter продолжить. Все, я примерно понял, как это все работает. Так, это же все еще, наверное, на скорость будет. Ух ты ж! Ёлы-палы. Пока получается, кстати, да... Нет! Я срезаю? Я срезаю. Контрольная точка. Так, а зачем я поехал по этой стороне? Хорошо. Нет! Вот моя первая загрузка. Я просто перепутал кнопки управления. Здравствуйте. Потому что, ну, надо привыкнуть. Здесь получается, что вправо всегда вправо, влево всегда влево. А то, что ты едешь лицом к... вот опять сейчас. Лицом к этому или не лицом, то это не имеет никакого значения. Поэтому, знаете, вот здесь, пожалуй, было бы неплохо играть на геймпаде. Но поскольку я не буду делать прохождение этой игры, мы с вами просто посмотряшку делаем, то сделаем на клавиатуре. Я думаю, переживем. Чуть не улетел только что. Воу-воу-воу. Кстати, довольно... ну, если это проходить на скорость, это прикольно. Я думаю, что пока что нам просто дают, говорят, на, девочка, побалуйся так, просто поиграй. Вот, но когда-то, учти, тебе... Черт! Тебе придется проходить... Черт! Уровни на скорость. Слушайте, неплохо рама выдерживает. До свидания. И откуда? Нормально. То есть туда нельзя сразу взять и съехать. Ну ладно. Спринт. Спринт же ж нужен... А почему? Потому что просто текстурки там, да? Да ну... Черт, он все ноги ломает, если что. Я не знаю, почему... Ну, то есть, ездишь велики, которые хорошо справляются с горами. Почему, если я свалился... Ну, там, допустим, мне мой велик позволяет, то почему бы мне не... Воу-воу-воу! Стоп, ребятки!
У меня shift брыканулся, короче, из-за того, что я его нажал несколько раз. Почему-то во всех остальных играх все нормально, а здесь мне такие... Ой, блин. Винда такая говорит, не, чувак, ты нажал дофига раз shift, на тебе. Это не то. Короче, ну твою игру в самый подходящий момент, когда уже был разгон, когда я уже мог спокойненько прыгнуть. Опа, живой. Я сейчас просто даже не пытаюсь думать, что там по времени. О, наконец-то. Хотя, о, тут есть контрольная точка прямо за этим. А вот, хотя даже не представляю, это же обычный прыжок, а потом будут прыжки, которые будут сложные, которые тоже нужно будет проходить на спринте, на шифте. Нормально такой в камень просто врезался. Да ладно, ну блин. Ты не на той скорости был, чтобы так вот взять и убиться. Ты издеваешься нафиг. Опять же говорю, ребят, это просто посмотряшка. И, естественно, кто в это будет играть, они будут играть не на камеру, потому что, ну, не то, что на камеру, на запись я имею в виду, потому что в такие игры на запись не играют. Спасибо. В такие игры на запись не играют. Тут нужно сосредоточиться, тут нужно не болтать, не трындеть, не тратить время на то, что я сейчас трачу. А тут нужно просто брать и... Ой, я живой. Брать и проходить. Да ну почему? Вот, мы сейчас просто делаем прогулку по парку такую небольшую. Почему я хотел вам показать эту игру? Во-первых, на ней собирали на Кикстартере, и я отношусь с уважением. То есть ребята не клянчили денег, ну скажем так, не продались. Да хорош, блин, в камни врезаться. Не пошли к большим студиям, такие, дайте нам бабосиков, а мы разработаем игру. Нет, они пошли в народ. То есть тупо собирали деньги с кого как могли. И игрушка получилась довольно симпатичная. Я не вижу здесь... чуть тоже камень тут не вписался. Я не вижу здесь лагов пока что. Опять же, это первый уровень, я понимаю, но она мне приглянулась... еще по геймплею, когда я смотрел на ней небольшой такой ролик. Вот, опять же, на эту игру можно посмотреть какие-то ролики. И почему вы, собственно, наверное, сейчас смотрите? Потому что тут нет какого-то сценария, и тут можно не бояться спойлеров. Я тут мог просто проехать, и тут мог просто проехать. Нет, не с этой же точки. Черт, да, там не было контрольной точки. Вот, поэтому... Вы не обращайте внимания, да, я сейчас еду отвратительно, я это сам признаю, но потому что я хочу вам просто рассказать про этот проект немножечко. Вот. И мои ловкие действия не смогут вам рассказать про этот проект так, как, например, то, что я собираюсь рассказать словами. Поэтому уж извините. Ехать я буду немножко кривовато, потому что хочу немного вам рассказать. Так вот, они собирали деньги на Кикстартере, и получилось у них довольно неплохо в проект. Очень соревновательный, то есть, когда заходите в онлайн, там очень большая таблица народу, который там ездит, гоняется на скорость, соревнуется. Вот, я этот раз уже 8 минут еду. О, я не разбился, потому что успел затормозить. Как вы понимаете, все это... Блин, кстати, это на чем сделано? По-моему, если я ошибаюсь, извините, пожалуйста, поправьте, но, по-моему, это все на Unity работает, нет? Бам. Кстати, там есть опция выключить кровь. Не знаю для чего. Для особо мнительных. Ау. Интересно, а вот если я здесь... Не, здесь я срежу, будет не очень хорошо. Да ну блин, ну он же приземляется. То есть, ну, я думаю, что человек выдержал... Хотя ладно, я не буду спорить прям так уж сильно. Может, человек и не выдержал бы такого падения... Ну, вот это сейчас было бы больно, согласен. Там был бы перелом ноги и всякое такое. Вот. Опять же, 100 пудов это нужно играть на клаве. Ой, на клаве, на геймпаде, потому что я сейчас играю на клаве, и на клаве эта игрушка идет не очень красиво, не очень хорошо. Не потому что она глючная, нет. Потому что просто к этому надо привыкать, и привыкать к этому надо долго. Блин! Это было обидно сейчас, он просто поскользнулся. Кстати, там было изменение управления. Возможно, мне нужно было это сделать. Но, опять же, это просто посмотрюшка. Вот, мы тут не будем проходить, мы тут не будем заморачиваться.
скажем так, будет классно, если я просто пройду первый уровень меньше, чем за 100 киллов. К тому же, ладно, да, ребятки, это немножечко не мой тип игр. Это еще одна проблема, почему я так фигово играю. Опа, осторожно. Вот. Тут нужна хорошая реакция. Я не скажу, что у меня... Спасибо. Я не скажу, что у меня нету хорошей реакции. Она у меня имеется. Но опять же, реакция и разговоры — это вещи немного несовместимые. Вот. То есть, любой из нас, когда начинается какой-то хардкор в играх или где-то, он замолкает. Здесь же я не могу просто замолчать и быстро пройти уровень, потому что, ну, опять же, это не то, к чему мы сейчас стремимся. Оп, оп, опа. Вот. О, кстати, а где чекпоинт? Что-то давно его уже не было так. Я тут уже еду не знаю сколько лет. Кстати, там была еще одна дорога. Можно было как-то или с нее поехать, или по ней поехать. Не смей сейчас разбиться. Контрольная точка 6. Отлично. Не всегда удается предсказать скорость. То есть заносы, скорость, это все нужно учитывать. Не всегда удается предсказать скорость, с которой он разобьется или не разобьется. Вот в чем проблема. Хорошо. Контрольная точка в меню. Новое. Что новое? Вызовы новые, челленджи новые, треки. Выбрать гору. А я могу... Нет, до сих пор не могу. То есть, видимо... Видимо, тут нужно какие-то челленджи проходить на открытие. Ну, новая, минуточку. А как на это переключиться? Это, конечно, все классно. А вот вниз я нажимаю. Исследователь, новичок, профи, фристайлер. Это, видимо, по сложности. У нас новая сложность открылась. Исследователь, это просто когда ты узнаешь трассу. А новичок, это когда нужно ее проехать, но уже более-менее нормально. Ладно, ребятки. Примерно... Вот так эта игрушка выглядит. Я сейчас дальше углубляться в это все не буду. Честно, мне она понравилась. И сейчас, когда мы закончим запись, я, наверное, ну, через некоторое время просто подрублю геймпад и попробую в нее именно поиграть для себя, для удовольствия. К чему я это все? Если вам нравится подобный геймплей, подобная стилистика, тут очень хорошая и правильная физика движения. Вот что больше всего подкупает. Она челленджевая, она вам задаст попотеть такого вот времени тяжелого, но когда вы будете проходить, вы будете получать удовольствие. Я это просто уже сейчас чувствую, поэтому я хотел бы вам порекомендовать эту игрульку. Не на правах рекламы, я без понятия, кто эти разработчики, я с ними не на связи, просто хотел бы вам сказать, что мне понравилось, я хочу с вами поделиться, вот таким образом. Все, ребятки, на этом пока, наверное, сегодня все. Это у нас там есть пробнички, пробнички так называемые, это будет в пробничках лежать. Приходите, смотрите, и увидимся в других игрушках, увидимся в других сериях, в других проектах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.